Друзья, всем огромный привет, и сегодня я хочу поделиться с вами одним небольшим лайфхаком. История такая, у меня полетел SSD-диск. Пришлось переустанавливать все программы, в том числе и по обработке фотографий. И я столкнулся с такой неприятностью в Lightroom, когда вместо изображения я наблюдаю черный экран. Переустановкой программ это не лечится, и сейчас я вам покажу, как это дело исправить буквально за полминуты. Давайте перейдем в Lightroom. Вот такое безобразие мы с вами наблюдаем, причем он не распознает именно RAW файлы. Если у вас в ленте находятся файлы с другим форматом, например, TIFF, то они отображаться будут. Как же избавиться от этой проблемы? Все очень просто. Идем вправка, предпочтение. На английском у вас будет как Preferences. В появившемся окне выбираем закладку производительность. В верхнем левом углу видим камера RAW, использовать графический процессор. И по умолчанию, вот у меня он установился автоматически. Я захожу в закладку и кликаю выключить. И случилось чудо. Кликаем ОК, и теперь наши фотографии все отображаются. Если это видео тебе понравилось, поставь лайк. Тебе не сложно, а меня это мотивирует на создание новых видеоуроков. И не забудь подписаться, чтобы получать уведомления о новых роликах, в которых мы будем разбирать очередной способ создания красивого и эффектного изображения. Если ты впервые на моем канале, не забудь перейти в мой инстаграм по ссылке под видео, и после подписки тебя ждет набор моих авторских пресетов Universal. На сегодня это все, друзья мои. Интересных вам сюжетов, красивых фотографий и творческих высот. Всем пока и до новых встреч!